Некоторые жители 42-го дома на проспекте Мира приспособили окна под мусоропровод. Их даже не заботит, что отходы летят прямо на головы прохожих. В этом пришлось убедиться участникам выездного совещания под председательством главы администрации Заречного. Выброшенный жительницей 5-го этажа окурок едва не попал в мэра. Не вы выбрасываете мусор из окна? Нет? Признавать свою вину женщина не захотела, а завидев видеокамеру, ретировалась. Буквально через несколько минут из окна выглянул молодой человек с сигаретой. Куда окурок бросили? Я окурок бросил. Ты вон его куда бросил? На это, на козырек. На козырек его бросил, я видел. Вот это отношение. Если вы постояли при людях вот здесь, при директоре ЖСКХ, взяли, покурили и бросили на козырек. Какого только мусора под окнами этого дома нет. Окурки и сигаретные пачки – это, пожалуй, самое безобидное. Картофельные и рыбные очистки, гнилые овощи, пивные бутылки. Поэтому ассортименту вполне можно судить о пищевых и других пристрастиях жителей Мира 42. Да все бросают, а вы думаете, там меньше? Каждое утро приходишь и не доберешься ни до чего. Это я не знаю, как вот не люди здесь живут, совершенно другой контингент. Каждое утро вот это вот безобразие. Грязь под окнами смущает не всех. Кто-то просто не обращает внимания на мусор, а кому-то и на свалке жить, видимо, комфортно. Не знаю, и у нас никто не бросает нас, я не знаю, кто нас здесь кидает. А здесь всегда так. Почему? А потому что второго этажа все бросает, вообще здесь уборщица отлично убирает, но ненадолго. Все из закона бросает, все из закона. Поквартирный обход заместителя главы городской администрации Олега Климанова с целью объяснить жильцам, как нужно поступать с бытовыми отходами, ничего не дал. Двери никто открывать не захотел. Мира 40-42 – это, пожалуй, единственный двор в Заречном, жители которого активно борются с чистотой и порядком. Антисанитария здесь процветает. И вряд ли ситуация изменится, если сами горожане не перестанут быть безответственными потребителями. Хотя, возможно, что совесть нечистоплотных жильцов разбудит квитанции на административные штрафы. За нарушение правил благоустройства граждане могут заплатить от 500 до 3500 рублей. Наталья Елистратова, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный».